Может, и буду. Синевато какие-то такие, синевато вот такого оттенка. А когда я подхожу к Боузу, они становятся... Опять нажал одновременно и плюс, и... Чуги, с вами снова я, Гомник, и сегодня у нас опять хаки на Марио. Но так как следующий хак после этого, у него очень длинное название, поэтому придется только один хак на сегодня походить, который называется For Mario Super Bros. Nesamgo. Да, многое это говорит вам, конечно, но пофиг. Па-пам, па-па-пам, 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 па-пам. Погнали. Ох ты, сколько жизней. Браун. Стоп. Не кажется ли это... Стоп. Да не, вы гоните. Это что, вторая часть? Не. Да не. А, пофиг, я проще пойду куда хочу. Пофиг, просто убежу. Я не знаю, зачем еще беру эти... Да чё? Звёздочка! Что тут до хера звездочек, вам не кажется так? Сейчас со мной... Ну понятно! Вот очень много времени. Мимо для самых медленных нахера времени поставили. Ну типа за самую... Как? Чем меньше времени это потратил, типа, и будучи плюс таймер 600 секунд аж. Ну, не реальных, они там ускорены слегка. Да ладно. Ага, понял, вместо звезд... Как? Тут не будет никаких цветочков, тут только звездочки, да? Класс, ну чё? Да серьезно? А я хочу, например... О, она застряла, она впервые может застрять. Тихо, сюда иди. Допустим. Они пёздочки вокруг. Эх, пёздочки. Они пёздочки. Ладно. Хреновая шутка, допустим, ну ладно. А мы пойдем дальше. Мы, допустим, предположим, что тут будет только же 32 уровня. Как бы 8 миров и 4 отдельных этапа. А быстрее! Ну, конечно, сейчас. Нет? А что, тут салюта нету? Вон, Новый год салют есть, а тут нет. А, погоди, я перепутал сохранение. Окей, ладно. Конечно. Для самых звездатых. Звезданутых. О! Вот это я понимаю. А еще раз стрелять! На! Чего? Он исчез. Просто. Фу, как ниндзя.
иди нахер. Там хорошо, ладно, мне не повезло, ни хера. Бегжим! Хотя. Да, казалось бы, что я тут ни хера не пройду, но. Что это за херня? По ней можно карабкаться, понятно. Мост зачем-то взяли. Ага. Полезем-ка наверх. А где облачко? Вода. Водычка. Воды, водычки. Воды, водычки, да? Что? Как это? Что? Ладно, допустим, я это ж хак все-таки. А хак можно удивить чем угодно. Ну, видишь, что я должен еще угадывать. Ненавижу хаки, где надо угадывать путь. Води, не надо. А, да путь, стоп, это же... Чуваки, я только сейчас понял, что это все-таки вода. Это вода... А, хер тебе. Я не возьму тебя. Потому что я хочу быть белым. Я имею в виду в том плане, то что... В костюме доктора, так сказать. Да. Это был подводный уровень. То есть, знаете, это... Мне кажется, это отсылка на... Те самые бесконечные подводные уровни, в которых... взяли замок. И переделай его под водный уровень. Вот тут ровным счетом то же самое. Сейчас сделаю только наоборот. Финальный, ну как? Подводный уровень переделали в замок. Как бы. Интересно. Интересно. Очень маленькая скорость у меня. Только на турбокнопке можно так высоко это сквозь. Как правильно сказать? Тут вместо этих, вместо лучей тут у нас чебурашки. И без этого невидимый топор. Допустим. Как уже скучно, чуваки, вот реально. Хаки, ну, знаете, я сам выбрал, как бы, это последние хаки, которые, как бы, самые лучшие. Может, когда у тебя будет еще сайта этого сообщества, этого скачивать. В ВК есть сообщество, хаки на бессмертие, там, всякое это. Может, хаки на мае тоже будет. Ну,
вряд ли их будут, конечно, брать. Но фиг знает, может и буду. А, кстати, да, это же должны быть ночные уровни. Но нет. По-моему, это ловушка. Ну-ка, пройду здесь. Ну, 700 минут или 800 дает. Секунд. Почти. Присядку. Прям на этот, прям я почувствовал, как он уселся на этот на флажок. Ну молодцы, замок подземный. Ну блин, где-то я уже это видел, чуваки. Не в китайских этих переделках, потому что как бы киноман, наверное, жаловался, потому что китайцы вот такие-то. А на самом деле, они тут были вообще ни при чем. Это было все тестовые уровни как-то там. Типа, после 9, после уровня, после 9, A, B, C, вот эти вот алфавитные, это все не прихоть китайцев, это все. Просто тестовые уровни как бы. Винить китайцев в этом, это все равно, что не знаю. Да я не знаю, с чем это сравнить, это несравнимая херня. Надо было... Нет. Да, вот чуваки, реально, наверное, скорее всего, там был прикол весь в этом... В трубе, но! Но, так как я играю с читами, то... Похрен. На всякие трубы, хотя, скорее всего, да, надо было зайти в трубу, потому что... Обычным прыжком там не перепрыгнуть. Но пофиг. А, ну что толк-то уже, я уже до конца примотал. Ну тут должна быть подземка, но сейчас будет, не знаю, какой-нибудь подводный. Нет, все-таки та же оригинальная подземка. А, почти. Я знаю, что, возможно, там есть, а может быть и нету. Откуда я знаю? Может и нету, нихера тут. А, понятно. Нихера тут. А, да ладно! А, как туда попасть? Видите, там А9. Но я не хочу сразу на 8 идти. Мне просто интересно. Можно ли попасть сюда? А, как вы думаете? Я думаю, что можно. То есть нет, наоборот, меня затралили просто, и все это выдумка. Неправда. А, не, я понял, как туда попасть. Я понял, кажется, как туда попасть. Но. Ну. Ляха. А сквозь. А мне. А у меня нету этого читания, есть. Есть. Нету? Есть. Нету. Ну, знаете, тут прикол в том, что есть чит, который позволяет пройти сквозь стену. Стоит ли его искать? Я постоянно один хес посмотрю, что там. Блять, похер, не буду ничего искать, просто пройду дальше. По чесноку все пройду. Относительно, по чесноку, имею в виду. По крайней мере, хотя бы не пропуская уровни. Что это? Ладно, если мы знаем оригинал, а тут переделали, ну... В принципе, тут переделали хоть что-то. Попался. Хоть что-то тут переделали, понимаете? А то... Есть такие хаки, в которых нихера не переделывают, только там... Могут в крайнем случае музыку.
Я имею в виду в том плане, то, что в плане вот это вот всего вот карта уровней, там расположение объектов. А так, в принципе, в основном никто не заморачивается. Чисто там могут спрайты заменить. Ну, и все. О! Вечная бессмертие. До свидания. Ты же, по-моему, 900 секунд дают. Да, 900. Это убивает. Та-да-тау! Я спас принцессу, до свидания. Шутка, какое до свидания-то? Понятно. Эту херню на... И как сука, но не в***ся. И прям так и понял? Нихуя не понял, но... Главное, я... Но рано или поздно придется. И тогда тебе вломят обтрывы. И все. Как последнее пишется? Обтрывы. Да. А еще можно использовать чит-коды. Зашквар. Ну вот и все, поток. Адьё. До следующих. Еще встретимся. Ладно. Вместо того, чтобы искать чит на того, на то, чтобы... Как правильно там? Чит-код зашквар. Вместо того, чтобы искать чит на то, можно ли пройти сквозь стены, я зацензую то, что я сказал. Ну и так это поняли, потому что я... Если я на монтаже не задуплю, а просто возьму там, ну, первые 10 минут, вторые 10 минут и так далее, замонтирую начало, а такой манты не буду вызывать, а такой... А, кстати, я заметил, что 16 секунд. Я даже не буду записывать это себе в тетрадочку и куда-нибудь еще. Я из принципа сам запомню, что надо. Хотя нет. Ну и там. Ладно, похер. Похер. Иди сюда! Сюда, сука! Упрыгала! Это сюда! Типа нахер мне надо, но! Ну чё обиделась? Да. Вот ты п***а-то! Реально! Аааа! А если эти будут? Черепахи с молотками, я откуда знаю? Я по микрофону, извините. Так, опа, опа, опа. Не брать! Просто как можно... Вот, давай. Так. Они выделяются. Интересно. Опять. А, так это сразу прохождение, блядь, пропуск уровня. Ну как? Тут сразу флажок без флажка. Как? Столбик без флажка и как бы... Да ладно! Фабрика звезд! А, ну почти. Фабрика звезд и странных грибов. Пошло все нафиг.
Вода. Я пытаюсь угадать, может быть, вода будет. Ага. А, уже перебежал, ладно. Тут реально, это чё? Майло для сосунков, что ли? Почти. Видите, они меняются вот цветовую палитру, когда... как бы... Все тут черепахи, они на самом деле такие синевато какие-то такие, синевато вот такого оттенка. А когда я подхожу к Боузу, они становятся от такого же цвета, как и он. Есть еще одна игра, в которой такая же... В основном в харках только такое встречается. Street of Rage. Вот второй. И там тоже в харке, когда... А спонсором этого ролика является мой Boosty, на котором есть эксклюзивные ролики, которые можно увидеть только здесь. Появилось новое видео на моем Boosty. Папины дочки смешная фамилия. Каждый видос, приведенный выше, точнее, ну, до этого, стоит по 100 рублей. Кроме заставки гопника. Заставка гопника, она бесплатная. Так что... Все в ваших руках. Speedrun Mario 2011, Tiny Toon в Mario 2011 и оно бумажный кораблик наоборот. Только здесь. И больше нигде. В хаке, когда босс приближается, то... Там тоже они окрашиваются в цвет боссов. Например, вот этот чувак с ножиками, который... вот так вот еще ржет, как придурок. А, бежим! А? Короче... А, не, точно. Этот. На как он, на шестом, кажется? Да, на шестом. На шестом или на третьем. Короче, на одном уровне, в котором босс, этот когтистый хрен, который на бланку из Street Fighter похож, в принципе, даже некоторыми приемами, ну, неважно. И вот, в одном хаке, ну, или в нескольких, короче, я в одном хаке увидел, короче, враги, они просто черные, ну, имеется в виду, как тень, черный как тень, реально, буквально теневые. И как только я дошел до места, где появляется этот когтистый босс, реактивную трансляцию, это будет интересно, похрен. Но я все-таки скажу тем, кто разбирается в играх на Денди, на Сега, там. Что хотел сказать? А, так вот. Когтистый хрен, как только появился, он же из тени типа появляется и все такое. И сразу же враги, которые были тоже такие же, как он тень, то... Они стали, ну вот это, как его? Ну. О, неужели? Облако. Вот. Но тут, скорее всего, это, скорее всего, бонус, да? Да, это бонус. Ну и ладно. О, чё. Иногда можно как-то одновременно нажать. Можно одновременно нажать и плюс, и интер, который... А, что ж, ещё, ну давайте ещё. Сквозь. Уааа, это что? А я где? Не, все, хорошо, что я сохранился. Нахрен иди. Не пойду я в тебя больше. Это что это такое? Что за глюченные хрени? Я сдох. Окей. Бежим нахрен отсюда. Это что такое? Гриб? Ну и катись, как правильно? Картин с колбаской. Ой, иди сюда. Да, такие обычные вещи могу иногда забывать. Простые. Вот,
говорил, не говорил, но я думал, что вот эта вот лава — это хвост дракона из Шрека. Ну, как бы. Я говорю, и дракон. Я сразу: о, уже дракон! Уже хвост дракона. Но нет. Ну реально, они. А, кстати, в некоторых местах все равно лучи появляются, но. В местах, где они должны быть, их тут заменили на черепах. Летающих. До свидания. Еще 8 уровней впереди еще. Вау, нифига какой. От звезда, иди сюда. До свидания. Замок. Замок. Конечно. Ну это тот самый переделанный водный уровень, да. Что тут все ямы заделали, чтобы никто не упал. Какие заботливые передельщики. Передельщики. Ну, кстати. Чуть не попался. А, нет, тут можно упасть, да? Да. Ну я, кстати, убился вовремя. А, гриб? Нет, звезда, окей, бежим. Ёпта. А, ну да. Что-то можно сбиться, типа, то что. Когда уже приближаешься к концу уровня, который не замок, ну то есть типа замок, ну типа не финальный, ну как, не уровень 4, ну, который вторая цифра 4. Можно немножко запутаться, как бы, что думаешь, что, о, Боузер сейчас будет, ага, хер там, это же переделанный подводный уровень. Ну да. Нет, нафиг. То есть грибы тут всегда убивают, эти ядовитые. Если ты без звездочки. Ну и. Ага! А тут. Тут оригинальный, наверное. Погодите, кстати, а в четвертом уровне там переделали, а тут нет. Тихо. Я помню все. Вниз, вверх, еще выше и прыжок. Все. Я прошел. Да. Все идеально. А четвертый, а уровень 4-4 так не переделали. То есть наоборот переделали. Ну все. А тут наоборот, ночь. Хотя должен быть в оригинале день. Вот это вот чисто я! Это чисто вот я в Mario Portal, реально. Тоже дохера звезд, дохера вот этого всего понаставил бы себе, но. Вообще, на самом деле, на всякий случай, я же не знаю, что тут дальше меня ждет. Так что погнали дальше. Ну да. Так, тут звезда. А? Куда? Сюда. Бесконечная звезда. Ну ты детский сад уже, чувак, я кого-то пошел. Хотя кто бы говорил, если я постоянно с читами играю, но. Тут как бы лучей нету, и нахрена они медали. Ну типа, да, чтобы. Типа, если я по-честному играл, типа я постоянно их подбирал, но. Ну, не знаю. Если играю с. Как бы. Почти что с бессмертием. То есть как бы двойное бессмертие, это как. Убивать врагов неуязвимостью и. И. Бессмертие от огня.
Но бессмертие, понимаете, бессмертие. То бишь, тебя может ранить, но ты не умрешь, а просто будешь уменьшаться, увеличиваться, уменьшаться, увеличиваться. А вот насчет молотков, иногда молотки убивают. Хотя 50 на 50. Опять-таки. О! Дайте угадаю, звезда. Нет, это гриб, это гриб. Да, тут можно быть угадливым. О, тут нормальный бонус. Хопа! Вот тут, кстати, немножко трубы напоминают Mario 3, потому что двухсторонние коптил, да? Ну и ладно. О! Это моё. Да, блин, проще двойным прыжком, блин, бесконечным прыжком использовать. Использовать. Чего использовать? Прыгать! Я чуть-чуть не сдохнул. Как туда попасть мне похрен уже. Опять нажал одновременно и плюс, и интер. Нет! Ну, тут только один вариант. Идти вниз. О! Звезда. Нет! Надо было взять звезду, ну и ладно. Хоба. Ну, тут, кстати, в Mario Portal тут сколько угодно можно нахерачить себе. И не только в Mario Portal, потому что там движок такой. А в Dendy все ограничено. То есть, допустим, выбиваешь гриб, который ходит, а следующим за ним там вот ту же самую вот эту вот звездочку, допустим, или растение, которое на небо уводит. Они одновременно не могут находиться на фраках на Денди и просто на, там, в Марио, на Денди. А что-то, по-моему, у меня... А, ну да, там же был телепорт на 9-й, на мир А. То есть тут, скорее всего, больше 9 миров, наверное, да? Потому что если бы тут был 8-4, если бы тут был замок, то я бы шнулся, конечно. А нихера! Хотя, стоп, блин, это же переделка, только... Только и что, можно пробежать? Окей, я пробегу. Это же замок, только под видом обычного уровня. Скорее всего, надо было заходить, да? Да, 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 нет, нет, да, да, нет, да. А вот не буду туда заходить. Не надо. Побежали. И все. Я прошел. Принцесса, давай. It's quest over. We present you a new quest. Push button B to select a world. Охрененно знаю английский. Выбор уровня неизбежен. Нет, нет, чурки. Я лучше заморочусь и затензую то, что я сказал. Пока.